богослужения. И мы будем сейчас совершать молитву благословения вот вместе с вами. И вот сейчас мы вот попросим Олина и Брон выйти сюда, они преклонят колено. А мы вот три пресвитера, которые представляют вот нам наш пресвитерский совет, дал нам поручение от имени вот всех церквей нашего Новосибирска. Вот мы три пресвитера, возложим руки и помолимся о них. Давайте, пожалуйста. Дорогой Господь, я благодарна, что Ты нас ввел до этого дня. И мы благодарны за Твою любовь, за Твою милость к нам, к нашей семье. И мы благодарны, что это наша церковь, что мы здесь чувствуем себя как дома. И я молю, чтобы Ты нас благословил. Благослови Колина, пожалуйста, на этом в этом служении, дай ему терпение и мудрость, и любовь. Помоги мне поддерживать его в данном единстве, как семья. И молимся, чтобы мы в первую очередь любили Тебя всем сердцем, всей силой и уповали только на Тебя. В имя Иисуса. Аминь. Аминь. Отец Небесный, я тоже благодарю Тебя за Твою милость. Благодарю Тебя тоже за Твое руководство в моей жизни. После того момента, когда я покаялся, и жизнь отдал Тебе в Твои руки, я благодарю Тебя за то, как Ты всегда был верен, Ты всегда помогал и Ты вел, даже когда я не знал, что будет. Благодарю Тебя за Твою верность. И сейчас я молюсь вот о помощи, молюсь, чтобы Ты мое сердце защищала, чтобы Ты защищала и мою семью, и Твою церковь. Молюсь, чтобы Ты даровал мне все необходимое. Молюсь, чтобы Ты мне напоминал, когда мне нужно, откуда это все ресурсы, которые нужны, чтобы Ты напоминал мне, что это все у Тебя. Просто надо мне к Тебе обратиться. Молюсь, чтобы Ты даровал и мудрость в сложных ситуациях, при сложных решениях. Молюсь, чтобы Ты даровал мне любовь к каждому. И молюсь, чтобы я мог и видеть из себя, и других, и эту должность Твоими глазами. Помоги, возьми это служение, возьми мою жизнь как жертва Иисусу Христу, который свою жизнью жертвовал и ради меня, и ради нас. В имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. Аминь. Господи, мы приходим к Тебе, возносим молитву сегодня. И мы понимаем, что эта молитва начинается не с сегодняшнего дня, мы говорим Тебя за все годы, которые вот Колин и Брон и вся семья живет в Новосибирске, несет служение. Благодарим Тебя за все, что уже было сделано. Господи, мы просим о том, чтобы Ты благословил эту семью, нести бремя пресвитерского служения, что Колин будет пресвитером, но вся семья будет находиться в проломе. Мы просим о том, чтобы Ты поддержал Брон, чтобы она могла нести свое служение, но также, чтобы она могла поддерживать своего мужа, чтобы в те моменты, когда
Он особенно чувствует на своих плечах бремя Твоей церкви, Твоего дела, чтобы она могла его поддерживать за детей, чтобы они не пострадали, чтобы они могли сами найти свой путь с Тобою, чтобы тоже они могли веровать, следовать, чтобы они были по Твоим благословениям. Безоколено мы молимся особенно, Господи, благослови его понять то, что важно, что на первом месте. Дай ему силы для того, чтобы нести это служение. Дай ему черпать из Твоего Слова то, что нужно для того, чтобы питать Твою Церковь. Дай ему силы и терпение работать со всеми людьми. Дай ему веру в молитвах, когда он будет молиться за Твою Церковь. Дай ему тоже быть христианином, дай ему верно Тебе служить, как просто, как Твое дитя пред Тобою. И благослови его служение через Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Господи Боже наш, мы преклоняем сердца свои пред речью Твоим. В этот торжественный день, Господи, славим Тебя, Господь наш, что Ты с нами, Ты наш Отец и Господь. Благодарю Тебя, Господи, что сегодня Ты даешь возможность и право быть пастором через рукоположение и нашему брату Колину. Господи Боже, это великая честь быть служителем Твоим, быть пресвитером, Господи. Благослови Колина и Брома в этом служении, Господи, совместно, потому что это совместное служение, Господь. Благослови их Твоим обильным благословением, которое обогащает. Господи, благослови, чтобы он мог мудро управлять народом Твоим, которым Ты веряешь ему на это время, время его служения. Благослови, Господи, чтобы он мог понимать ту меру ответственности, которую несет пред Тобой, Господь. Благослови, чтобы его служение оно было полезным и нужным для Церкви. Благослови, Господи, чтобы он мог понимать и, Господи, отвечать на всякую нужду народа Твоего. Господи, благослови, чтобы мог создать мирную атмосферу служения своим, Господи, характером и своим поведением. Господи, благослови, чтобы все было чинно в его служении, чтобы он мог, Господи, отвечать за народ Твой перед внешними, и, Господи, чтобы он мог быть сам тем надзирателем, который необходим для того, чтобы никакой пророк или учитель не появился в церкви. Господи, благослови это благословение. Слава Тебе, Господь наш, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Боже наш, Владыка милосердный, благодарю Тебя, Господь, за Колина, за Брон, Боже, за их служение, за их посвященность, Господь. Благодарим Тебя, Боже милосердный. И я прошу благословить Колина в его семейной жизни, чтобы он был главой семьи, Господь, чтобы он мог заботиться о своей семье, Боже, чтобы это служение не принесло никакого урона семейной жизни. Даруй ему силы, крепости, Боже, быть мужем, быть отцом, Господь, благослови Брон, Боже, быть помощницей его, Боже, милосердный, благослови ради Иисуса Христа, мы просим. И я прошу, Господь, вместе с церковью Твоей, Господи, Ты исполни вот Колина духом жизни, духом силы, духом мудрости, духом крепости, духом Твоим, Боже, чтобы, Боже, вот он имел всю полноту для служения, Господь, чтобы мудрость и силы его сопровождали, чтобы он был Твоим, Боже, служителем, чтобы он умел имел эти силы, Боже, больше угождать Тебе, нежели человеку, чтобы никакое как-то не идти на поводу у каких-то обстоятельств, у каких-то мнений каких-то людей, но, Боже, искать волю Твою, Боже, и иметь силы, Господь, исполнять волю Твою и быть, угождать Тебе не человеком, а людям, Господи. Благослови церковь, даруй единство и помощь, Боже, чтобы вместе, единодушно, как семья, совершать служение. Благослови братский совет, чтобы в единстве, Боже, осуществлялось служение, Господи. Даруй помощи Твоей, силы и защиты, Господь. Даруй крепости Твоей, Боже. И вот духовное чутье, чтобы всякое лжеучение, всякая какая-то нездравость, она была изгнана, чтобы иметь силы противостоять ей. Благослови, Господи,
и благодать Твою для служения Колина, для его служения как в церкви, без свитера, и для его жизни, Господь, для его семейной и личной жизни. Храни его, Боже, в руке своей, ради Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ими правами и свитера всеми священнодействиями, так что, братья и сестры, всех вас поздравляю с этим событием. Хорошо. Так, давайте я вас поздравлю тоже. И я сейчас, наверное, подарю вот эту книгу, которую мы от нашего объединения хотели бы подарить. Словарь русских поговорок и пословиц, с такими, с пояснениями, которые, что не только как они произносятся, но и как они еще, что они означают. Да? Отлично. Каждый проповедник. Каждый проповедник, да. Так что, хорошо, братья и сестры, спасибо. Но также и ответственный день мы, юные пилигримы, хотим вам оставить пожелание. Соседом. Но время шло, появился колледж и увлечение, затем работа и личная жизнь. Каждую минуту молодой мужчина был занят, и у него не было времени ни вспомнить о прошлом, ни даже побыть с близкими. Однажды он узнал, что сосед умер, и неожиданно вспомнил. Старик многому научил его, стараясь заменить мальчику погибшего отца. Ощутив свою вину, он приехал на похороны. Вечером после погребения мужчина зашел в опустевший дом покойного. Все было так, как и много лет назад. Вот только маленькая золотая коробочка, в которой, по словам старика, хранилась самая ценная для него вещь, исчезла со стола. Подумав, что ее забрал кто-то из немногочисленных родственников, мужчина покинул дом. Однако через две недели та самая коробочка. Он получил посылку. Увидев на ней имя соседа, мужчина вздрогнул и открыл коробку. Внутри лежала та самая коробочка. В ней оказались карманные золотые часы с гравировкой. Спасибо за время, что проводил со мной. И он понял, самым ценным для старика было время, проведенное со своим маленьким другом. Время утекает от нас каждую секунду, и его нужно тратить прямо сейчас. Богатый человек как-то позвал архитектора, работавшего на него, и сказал: «Построй для меня в далекой стране дом. Конструкцию и дизайн все оставляю на твое усмотрение. Этот дом я хочу преподнести в подарок одному своему особому другу». Обрадовавшись полученному заказу, архитектор отправился на место стройки. Там для него уже было приготовлено множество разнообразных материалов и всевозможных инструментов. Но архитектор оказался хитрым малым. Он подумал: «Я хорошо знаю свое дело. Никто и не заметит, если я пущу в ход второсортный материал здесь или сделаю что-то не очень качественное там. В итоге здание все равно будет выглядеть нормально. И только мне одному будет известно о допущенных незначительных недостатках. Так я смогу сделать все быстро, без особых забот.
да еще получу товар, продав дорогие стройматериалы. К назначенному сроку работа была завершена. Архитектор сообщил об этом богатому человеку. Все осмотрев, тот сказал: «Очень хорошо. Теперь настал момент подарить этот дом моему особому другу. Он мне так дорог, что для него я не пожалел ни инструментов, ни материалов на постройку. Этот драгоценный друг для меня вы, и я дарю вам этот дом». Бог дает каждому человеку в жизни задание, разрешая свободно и творчески выполнить его. И в день воскресения каждый человек получит в награду то, что он выстраивал в течение своей жизни. Чтобы служить в одной из местных церквей. Спустя несколько дней после своего приезда он поехал из дома по делам в центр города, на городском автобусе. Расплатившись с водителем и уже сев, он обнаружил, что водитель дал ему лишние 25 центов сдачи. В его мыслях началась борьба. Одна половина говорила: «Верни эти 25 центов, это плохой поступок, утаить их у себя». Но другая половина возражала: «Да ладно, это всего лишь 25 центов, разве это повод для беспокойства? У автобусной компании огромные обороты средств, им и дело не до такой мелочи. Считай эти 25 центов благословением от Господа и езжай себе спокойно дальше». Когда пришло время пастору выходить, он протянул водителю 25 центов и сказал: «Вы сдали мне лишнего». С улыбкой на лице водитель ответил: «Вы ведь новый пастор, не так ли? Я тут размышлял, не начать ли мне ходить в вашу церковь. Поэтому я решил посмотреть, как вы поступите, если я вам дам лишнюю сдачу». Когда пастор вышел из автобуса, он буквально схватился, чтобы не упасть за первый фонарный столб, и промолвил: «О Бог, я чуть было не продал твоего сына за четвертак». Бог есть любовь, и Он хочет, чтобы в наших сердцах всегда жила любовь. И чтобы в нашей церкви обитала любовь. И мы желаем, чтобы вашу жизнь наполняла любовь. И этой любовью вы могли делиться с нами. Все, только любовью, Божья любовь.